Всем привет! Знаменитый юморист Евгений Петросян на свой возраст внимания не обращает. Находясь в окружении молодой жены и маленького сына, он всерьез принялся приводить себя в форму, однако в его случае у врачей этот порыв вызывает сильное опасение. Совсем недавно 76-летний Евгений Петросян в очередной раз удивил своих поклонников. Юморист разместил в своем Instagram видео из спортзала, в котором он выполняет кульбиты на необычных и откровенно странных тренажерах. А еще он резво бегал по дорожке и поднимал ноги выше головы, счастливо улыбаясь. Когда разбегаешься, входишь в ритм, и останавливаться даже не хочется. Сразу хочется выпрямиться, дышать полной грудью и устанавливать свои рекорды, подписал артист. Пользователи в комментариях сильно забеспокоились, ведь Петросян давно пенсионер, не дай бог здоровье может и подвести. Опасения оказались не напрасны. Врач-терапевт Петр Ткаченко прокомментировал ситуацию и рассказал, чем может обернуться чрезмерное занятие Евгения Вагановича. Занятия спортом в таком возрасте имеют ряд определенных рисков, такие как риск инфаркта, риск переломов костей. Прежде чем заниматься физкультурой, человек должен пройти полное обследование. Умеренные тренировки под контролем врача улучшают кровообращение, повышают толерантность к физическим нагрузкам, нормализуют сон, объяснил эксперт. Видимо, за знаменитого юмориста волноваться не стоит. На кадрах видно, что рядом с Петросяном всегда находится молодой человек. Вероятно, это сотрудник клиники, в которой Евгений Ваганович занимается спортом. Он показывает своему звездному подопечному правильную технику выполнения упражнений, следит за его самочувствием. Отметим, что пользователи сети не ожидали увидеть такую растяжку у своего кумира. Невзирая ни на что, Петросян и вправду доказал, что ему могут позавидовать даже молодые. Некоторые фолловеры считают, что Евгений Ваганович старается ради молодой избранницы Татьяны Брухуновой. Почему бы и нет? Ведь это очень хорошая причина для того, чтобы выглядеть моложе, бодрее и веселее. Так держать, Евгений Ваганович. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!